He's had enough. I'm the lapdog, huh? You fucking monster! Fuck. Fuck, man! That's not necessary! Shit. He's the one you want, not me! Your brother won't be saving you this time. Come on. You're under arrest. I told you I didn't do it. And you got nothing to worry about. Всем привет, зрители и подписчики канала Games APS. Это короткая серия превью следующего сезона The Wolf Among Us, Волк среди нас. Do anything stupid, and I'll throw you down the witching well myself. В предыдущей серии мы добрались до квартиры принца Лоуренса, где нашли его мертвым, и вышли на дровосека. Вы видели немножко из того, что произошло в предыдущей серии с троллем, который решил нам помешать пообщаться с дровосеком, но в итоге он убежал. Зато мы взяли одного из братьев. Но, приехав обратно в свои апартаменты, мы застали кучу полиции. Собственно, чудовище вот подбежал. В общем, здесь произошло что-то очень плохое и очень страшное. Его сейчас вырвет. Но здесь реально произошло что-то очень и очень плохое. Охренеть, это же Снежка. We had something very special. Where's your brother? Fuck you! Give me one good reason I should tell you anything. Serial killer. Oh, oh my. A serial killer? Oh God, it's one of us. Wait, the woodsman's still walking the streets. We've got to put a lid on this. If you can't manage it, I'll find someone who can. I found out where she's been staying. I know she's here. You must have seen her. What are the two of you hiding? Thanks for not saying anything. Doesn't matter. Maybe you just want to punish someone. We can arrange that. What did you do? Friend on friend. At the end of the end. Jesus Christ, Bigby. Is that you? Ну что ж, мы закончили первый сезон «Волка среди нас». Все довольно запутанно, еще концовка очень сильно меня не порадовала. Но игра очень классная, игра очень реально суперская. Поэтому надеюсь, вам понравилось это прохождение. Мы продолжим буквально завтра. Эта серия, как я уже сказал, коротенькая, превью, она где-то 5-6 минут. Вот, собственно, на этом все. Первый сезон пройден, осталось еще 4 сезона. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ставьте пальцы вверх. Всем пока.